Растительные масла в натуральном... Это ашановские фирменные. Ашановские фирменные. Если они честно напишут... Ну, а могут и не написать. Подсолнечное. Обычно пишут. Подсолнечное, рафинированное. Нет, там состав сложный. Очень длинный состав. Видишь, вот это все, вот эти буквы, это все состав. Я читаю. Обычно везде пишут пальмовое масло или натуральное. Ну, масло, ну очень длинный состав. Если вот дорогие... Но это бывает, прям... что нет состава. Сейчас оно усыпаться начнет. Это ашановские, они простенькие, они как валенок. Знаешь, как булочки они делают. Дорогие конфеты. Это у меня вот на это вот аллергия, на эту посыпочку. Ну, я так иногда ем. Ты попробуй вот... Не, я лучше не буду. Как это? Кременкульская. Кременкульская, очень вкусная.